о котором ты и сам знаешь. Ну вы посмотрите! Поболтай-ка с кольцом! Что? Я не слышу мысли колец. Оно говорит! Это Андвари! Ха! Я знал! Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку? На него напал душеед, и, умирая, Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо. А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Ты его обижаешь. И что? Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Если найдете его молот, я вам такое смогу отковать. Погоди, вы входной камень-то не забудьте. Андвари не любит, когда берут его вещи. Мне наплевать. Я ему так не скажу. Команды и погиб из-за его ошибок. Он грустный. Кого волнуют печали кольца? Ой, ему не нравится. Говорит, не спускаться туда. Сын, хватит слушать кольцо. Ему нельзя доверять. Берегись! Я Huh?
Заткни ты это кольцо. А как заткнуть? Пойди сюда. Ладно. Вам ты сокровище, конечно. И бродяга, приготовься. Вообще душеед. Почему твоя вина? Сын, не слушай. Ему трудно не слушать. Не вижу ловушек. А он вот уверен. Будь готов! Ура!
там. Знаю, знаю, нельзя доверять кольцу. Иди, брат! Пускай подадина! Берегись, отец! Отец, послушай, Андвари натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую, и жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами. Сын, сюда. Слушаюсь. Так, запишу это в дневник. Молот и правда неплох. Андвари говорит спасибо. Поговорим с Синим. Дух его меня уже достал. Ха, Андвари всегда был занозой в жопе. Но алхимик от богов. Давай сюда, я его расплавлю. Что? Ты расплавишь своего друга? Запертая душа сделает то, что я вам мастерю, еще мощнее. Не хотите, что ли? Отец, так нельзя. Вот, подержи. Он правда очень полезный, честно. Ладно, если он и правда будет полезен. Парнишка-то мямля, а? А ничего, перерастет. У нас с братом новый проект.
Если хотите, разыщите нас в храме. Чего изволите? Ну и это все? Башня поглотила камень единства, а я бы хотела еще полетать. Да, надо же, какая жалость. Мимир, ты вроде как знаешь Брок и Синдри. А, братья Хульдры, кто ж их не знает, они всем известны. То есть печально известны. Они создали Мьёльнир, великий молот Тор, самое страшное оружие Асу, проклятие великанов. Они сделали молот Тора. Я думал, они против Асу. Ну, сейчас-то да. Но это было давно. Они зарабатывали себе репутацию. Хотя в тот раз перестарались, я считаю. Что вам нужно? С помощью этого камня и молота мы с Броком сделаем две Гротикар. Легендарные доспехи гномов. Но для начала нам еще нужны три легендарных материала. И что это? Не знаю. Это тайна, покрытая мраком. Совсем как в заднице у оборотня. Мы должны найти для тебя части легенды. Две уже нашел король Мацагнир. Это все знают. Но когда он пошел искать третью... Бамс! Он исчез. Поищите подсказки в его крепости в Конунсгарде. Смотри! Ключ-камень от Конунсгарда.
И на нем твое имя. Просто зашибись. Крепость к северо-западу. За башней Свартальфейма. Большое каменное здание. Прочесть можешь? Слушаюсь. Теперь я могу это перевести. Нифльхейм. Страна тумана и богатства. А про богатство никто не говорил. Надо туда как-нибудь наведаться. Что Брок и Синдри все же сумели поладить. Теперь они раздражают еще больше. Зато как приятно видеть, что они доверяют друг другу. Мимир, почему ты служил Одину, если он так ужасен? Так ради карьеры же. Хочешь состояться как советник короля, приходится иметь дело со всякими психами. А что делать? Хороших мест мало? Давай я тебе попозже расскажу.
чем бишь мы? А, моя первая работа. Мой первый хозяин был жесток, но с ним я научился прибегать к силе ума, что помогло мне потом на службе у королей и богов. Давай я тебе попозже расскажу. Это будет наше лучшее творение, но вы должны нам помочь. Вот, будешь теперь бошки кружить. Осторожно, на эту штуку только взглянешь, уже порежешься. Пойдешь или будешь языком чесать? За мной, Атрей. Сейчас вернусь. О чем бишь мы? А, моя первая работа. Я был чуть старше тебя, мальчиком на побегушках и придворным шутом короля-фей. По ночам мы с друзьями веселились в лесу. Нас звали проказниками и озорными духами леса. Чего мы только не творили. Дурили встречных людей. И пока нашего хозяина веселили эти проказы, нам все сходило с рук. Но однажды ему надоело, и я понял, что мне пора. К счастью, годы превратили меня из веселого проходимца в образец добродетели, который ты сегодня, собственно, видишь перед собой. Пойди сюда. Тут сказано: слава Мацагниру, королю-гному. Да будет его правление долгим, успешным и мирным. Да, хочу убедиться, что вы подготовились. После развлечений безумного короля там осталось много разных мерзостей. Каких еще забав? Ну, разные. Жертвоприношения, чары, магия крови. Раньше у гномов это было сплошь и рядом. От старых привычек трудно отказаться. Ого! Смотри, еще дракон! Я все вижу. На цепи.
Надеюсь, мы найдем алтарьяков. Замок огромный. Гном поймал несколько драконов. Наверняка они были нужны для легендарной брони. Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже экскременты. Чего-чего? А, дерьмо. В драконьем дерьме? Да. Очень мощные. В голове с тобой весело. Да, я сам понял. Ничего себе тут вход. Материалы для легендарной брони наверняка особенные. Надеюсь, легендарные доспехи стоят этих усилий. Если уж Брок и Синдри взялись за это вместе, наверняка дело стоящее. Хоть им-то ты веришь? Атрей, тебе я верю. Легенде нет. Обра!
Входной камень есть. Thank you.
способы это выяснить, но они очень грязные. Пожалуй, не важно. Поможет, мы же пытаемся его освободить. Ацельбург! Их освобождать. Ну да, мы ведь поступаем правильно. Сын, сюда. Ладно. Стой, сейчас прочту. Даже для сынов Ивальди. Под конец Мацагнир стал вести себя очень странно. Почему? Две гротика. Те самые доспехи. Он нашел два материала, а третий так и не сумел. Что, думаю, и свело его с ума. Ладно. Thank you.
эта броня? Что в ней такого-то? Про Двегротикар ходит много легенд. Слишком много. И поэтому сложно узнать про доспехи что-то наверху. Не открылось? Нужно три камня. Враг здесь силен. Будь начеку. Есть! Ну что, вперед! Да тут разруха. Чего ты ожидал? Не знаю. Больше порядка, наверное. Может, тронный зал лучше сохранился? Сын, здесь еще один. Старкадр. Ого, сколько рук. Да уж, точно. 6, 7, 8. Это же можно из 4 луков стрелять. Он предпочитал мечи. Глаза-то у него было 2. Тор его немного обкарнал. Он всегда так делает. Ты слышишь? Нет. Что слышишь, сын? Стоны и крики. Голоса все громче. Это как будто скитальцы. Трума! Целая толпа скитальцев. Эй, погляди! Кровавый след! За троном есть проход. Потайной ход! Ну, конечно. Что за тронный зал без потайного хода? Мацагнир. Сын, сюда. Кто это написал? То, что ты у него забрал, это, наверное, и есть 3 ингредиента, о которых говорил Брок. Могу уверенно сказать, что никогда еще мои глаза не видели ничего более странного. Ну как Брок и Синдри будут что-то делать из вот этого? Не сбрасывай гномов со счетов. Да, они уроды, но находчивы. Как-то они сделали прочнейшую цепь чуть ли не с кошачьего следа и птичьей слюны. Звучит как полный бред. Но это легенда. Если нужен умный совет, не обращайся к отрубленной голове.
интересно, как тут все было раньше? В свое время Конунсгард был прекрасен. До того, как король гномов сошел с ума. Как он такое допустил? Гном слепо верил в легенду и искал ее, не считаясь последствиями. Вот и результат. Да, ты сказал, доверие — риск. Королю гномов не повезло. Вы нашли легендарные материалы? Невероятно! Встретимся в храме, и тогда мы сразу возьмемся за работу. О, неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенной из амин? Сын. Ugh.